Вот и все. Шепот в голове все хуже. Если будешь его слушать, сам станешь ходячим трупом. Я так не люблю не спать. Что же будет, если я вообще перестану спать навсегда? Нет, спасибо. Без сна мне не набраться сил, чтобы бороться. Успокойся. Вот, 6 вассальных колец. Я свободен! Свободен! Наконец-то свободен! Ты просто святой. Спасибо тебе, друг мой. Ты спас мою жизнь. Мой сон! Может, ты оставишь мне эти кольца? Нельзя допустить, чтобы они попали не в те руки. У меня для тебя есть кое-что получше. Золото! И несколько свитков, которые мне попались. Я уверен, ты найдешь им достойное применение. Даже не буду спрашивать, где ты их взял. Давай сюда. Вот, все твои. Прими мою безграничную благодарность. Только больше не поднимай с земли странных вещей. Хорошо. Уж постарайся ничего не красть. В следующий раз я тебя спасти не смогу. И дай знать своей матери о себе. Она волнуется. Не волнуйся. Теперь я буду держаться подальше от странных украшений. Оживший лорд Патроскон мертв. Опять. Ты его прикончил? Но я все еще чувствую проклятие.
Что ты здесь делаешь? Я так надеялся, что Элдрик все-таки вернется. Где друид? Если бы я знал, он был бы сейчас здесь, со мной. Похоже, что тут был бой. Неизвестно, что с ним сталось. Нет. Возможно, мы найдем что-нибудь в его хижине, что прольет свет на его судьбу. Что ж, давай пойдем и посмотрим. Без правильного ключа это не сработает. В его хижине нашелся оторванный рукав. Должно быть, это Элдрика. Что бы ни случилось, он явно оказывал сопротивление. Что ж, когда мы его найдем, мы узнаем, что случилось. Нам нужно начать поиски Элдрика. Мы? Это твоя задача. Я останусь здесь, на случай, если он вернется. Что ж, он нам нужен, поэтому я найду его. Друиды, отшельники уходят куда-то. Полная глупость. Там живет девушка по имени Жасмин. Она могла видеть друида. Ну так спроси у нее. Мало ли что она могла. Нам нужно знать точно. Да, отлично. Умри, проклятая... Чистая работа. Хорошая работа. Здесь где-то друид живет. Он тебе тут не попадался? Какой друид? Элдриком звать. Это тот старый дурак, что живет в избушке неподалеку. Давно его здесь не видно было. Но это нормально, впрочем. Он не особенно общительный. Мне очень нужно найти Элдрика. Разве он не у себя? Нет. Его дом, похоже, заброшен. Хм. Тогда я понятия не имею, где этот старик может быть. Ну, если дело действительно срочное, может быть, мой волк Руфа тебе поможет? Да как твой волк может мне помочь? У него лучший нюх на всем острове. Он возьмет след Элдрика и приведет тебя к нему. Если у тебя есть какие-нибудь вещи, старика. И сколько ты хочешь за своего волка? Нет, нет, я его не продам, но могу одолжить. Ладно, сколько ты тогда хочешь за это одолжение? Ну, у меня тут есть шкуры, которые надо бы продать. Но мне никак не попасть в город. Если ты их у меня купишь, скажем, за 200 золотых, мы сможем договориться. Для тебя это тоже выгодно. Цена-то честная. Я покупаю твои шкуры. Отлично. Вот, забирай. Так и что насчет волка? Я отпущу Руфа с тобой, но только следи, чтобы с ним ничего не случилось. Я буду осторожен. Ты уж постарайся. Он не просто животное, он член семьи. Тебе нужно, чтобы Руфа доверял тебе. Так что вам нужно подружиться.
Дай ему какой-нибудь еды. Этого обычно достаточно. Если хочешь, могу продать тебе сырого мяса. Он его больше всего любит. Эй, иди-ка сюда. У меня для тебя кое-что есть. Вот так. Хороший мальчик. Руфа, след. Ну, конечно. Лачуга друида. Давай, Руфо, ищи. Так, хороший волк. Ты меня в странное место завел. Словно по могиле чьей-то ходишь. Продолжай искать, Руфо. Отличная работа. Что-нибудь нашел, Руфо? Ищи дальше, Руфо. Молодец. Давай же, дальше ищи. Да, хороший волк. Давай же, ищи. Ты его найдешь. Что не так? Не хочешь идти дальше? Элдрик здесь? Значит, придется дальше идти одному. Хороший волк. Теперь можешь идти домой. Магический барьер. Возможно, Сайрус может мне помочь.
Я обнаружил магический барьер. Покажи-ка. Я хочу посмотреть на него поближе. Идем со мной. Хорошо. Подожди здесь. Ты можешь мне помочь открыть его? Возможно. Дай-ка взглянуть. Дай-ка взглянуть. Вне всяких сомнений, это магический барьер. Можешь ли ты его открыть? Ты можешь сделать это и сам. Для этого есть специальное заклинание. У меня есть с собой парочка свитков. Еще на одну тварь меньше. Чистая работа. Не очень понятно. Вот.
Берегись, мы идем! Чистая работа. Мы доберемся до него. Вставай. Еще на одну тварь меньше. Не очень понятно. Проклятие. Получилось. На одну тварь меньше. Ты не ящер. У тебя гладкая кожа. Что здесь делает человек? Я ищу друида. Друида? Человека, мужчину. По всей видимости, волшебника. А, ты хочешь Элдрика? Где Элдрик? Саурианцы забрали Элдрика. С тех пор я его не видел. Ты знаешь, куда они его отвели? Я запер тут. Но один раз они забирали меня за стену. Может быть, они и Элдрика туда забрали. За какой стеной ты был? Стена в проходе за большой комнатой. Дерни за кольцо, и дверь откроется. А что было за этой стеной? Они использовали магию. Пытались причинить боль мне, Дроку. Но я сильнее, чем боль. Что ты здесь делаешь? Меня поймали люди-ящеры. Я Дрок. Сражался. Но их было слишком много. Саурианцы. Скверный вид, скверный запах. Теперь ты свободен. Значит, я в долгу у тебя.
Чистая работа. Хорошо сработано. Будь осторожен, мой друг. Еще на одну тварь меньше. Я не двинусь с этого места. Идем со мной. Обязательно. Мы доберемся до чистой работы. Еще на одну тварь меньше. И еще раз. Не очень понятно. Вот и все дела. Получилось. Наконец-то. Мне уже стало казаться, что я никогда не выберусь отсюда. Я Элдрик. Почти все зовут меня Элдрик. И я благодарю тебя за то, что ты спас меня. Что ты здесь делаешь? Человек перед судьбой все равно, что мышь перед горой. Я друид, а ты кем себя считаешь? Кто знает, я жертва кораблекрушения. Меня сюда вынесло море, и теперь я вынужден тут торчать. Сама судьба привела тебя сюда. Все потому, что она приготовила для тебя кое-что. Что ты имеешь в виду? Ничто не происходит случайно. Ты выжил не просто так. У мира есть четкий план.
а ты кирпичик в нем. Ты не можешь этому сопротивляться. Так скажи мне, как ты думаешь, почему ты здесь? Мне нужна помощь в создании магического артефакта. Артефакты какого рода? Кристального диска. Но кристалл потерял всю свою силу. У тебя этот диск с собой? Нет. Он у мастера Сайруса. Маг? Нет-нет-нет. Я не работаю с магами. Если ты хочешь, чтобы я восстановил диск, я буду работать один. И с тобой. Принеси диск мне. И без мага в комплекте. Тогда я пойду в свою хижину. Вот я нашел посох. Полагаю, что он твой. Спасибо. Я потерял его, когда пытался отбиться от этих людей-ящеров. За посох я могу дать тебе этот амулет. Никогда особо не любил драгоценности. Мне нужен диск. Почему? Элдрик не хочет, чтобы ты принимал участие в ритуале. Что? Какая нелепость! Мне нужно принять в нем участие. Именно это ты скажешь инквизитору, если Элдрик откажется помогать? Ладно, ладно, какая глупая заносчивость. Возьми диск. Я осмотрю окрестности, а потом вернусь в монастырь. Если я тебе потребуюсь, ты найдешь меня там. Диск у меня. Великолепно, просто великолепно. Теперь нам пора выбираться отсюда. Тогда идем в мою хижину. Ну же, почему мы стоим тут? Ведь люди-ящеры с легкостью могут нас отыскать. Что ты знаешь об этих людях-ящерах? Может, тебе они и кажутся обычными людьми-ящерами, но когда-то они правили миром. Правда, это было давно, очень давно. Понятия не имею, откуда взялись эти. Нет, нет, они все должны быть мертвы, уничтожены. Но они все равно здесь. Это должно быть как-то связано с руинами. Как ты думаешь, есть ли тут еще поблизости люди-ящеры? Кто знает, кто знает. Должно быть, когда-то они были изгнаны и скрывались. Но прошлое хочет получить будущее. Люди-ящеры, саурианцы – это часть прошлого. Но возможно, что теперь они претендуют и на будущее. Пойдем в твою хижину. Следуй за мной. Ну вот мы и здесь. Тут мы можем все спокойно обсудить. Ты владеешь магией? Магия. Одна из древнейших сил этого мира. Я так думаю. Меня здесь еще не было, так что я предполагаю. Может быть, это и не так давно было. По крайней мере, для людей. Боги, конечно, с самого начала пользовались магией. Ну и что? Неужели ты никогда не засовывал пальчик туда, куда не надо? Просто чтобы посмотреть, что будет. Почему ты живешь здесь? Я провел здесь всю мою жизнь. Не сказать, чтобы здесь было безопасно. А где вообще безопасно? Что есть безопасность? В городе или среди дикой природы? Здесь хотя бы я отвечаю только за самого себя. Ты можешь починить этот диск? Дай-ка взглянуть. Он очень старый. Необычное сочетание металла и кристалла. Но кристалл помутнел, его сила ушла. Можно ли восстановить этот диск? Я могу попробовать вылечить кристалл. Только так возможно возродить его магию. Зачем тебе нужен этот диск? Инквизитор хочет открыть ворота, ведущие в недра вулкана. Головой думай. Он не открыть ворота хочет, он хочет попасть внутрь. Логика, логика. Зачем ему нужно внутрь? Его изыскания показывают, что внутри что-то есть.
что-то, что может повлиять на наше будущее. Я надеюсь, что Инквизитор знает, что делает. Мне не нравятся все эти делишки с людьми-ящерами. Всему свое время. Пока что мы должны сосредоточиться на диске. Как ты можешь вылечить кристалл? Кристалл будет лечить сам себя, но этому процессу необходимо содействовать. Что мне нужно делать? Самый простой способ – использовать другой кристалл, чтобы зарядить магией этот, угасший. У тебя есть магически активный кристалл? Где мне найти магически активный кристалл? Маги в монастыре используют такие кристаллы для своих опытов. Мне нужен такой кристалл, но имею в виду, что во время ритуала он потеряет свою силу. Так что, выходит, что мне придется проделать весь путь обратно до монастыря? Нет. В моей хижине есть такой кристалл. В сундуке лежит. Вот, ключ от него. Я добыл активный кристалл. Отлично, но помни, что во время ритуала он потеряет свою силу. Если ты собираешься использовать его в дальнейшем, тебе придется найти для этого другой кристалл. Вот магический кристалл. Очень хорошо. Магия этого кристалла поможет нам восстановить поврежденный диск. Как нам вылечить кристалл диска? Для этого потребуется провести древний ритуал. Так давай же начнем. Прежде чем начать, я должен кое-что обсудить с тобой. Обсудить что? Ты спас мою жизнь, я у тебя в долгу, поэтому я тебе помогу. Но ты должен быть осторожен. Ты не знаешь, что находится в недрах этой горы. Поэтому, прежде чем действовать, я советую тебе предварительно поговорить со мной. Что, если мне не хватит времени, чтобы вернуться? Тайна горы дремлет в ее недрах уже более 1000 лет. Несколькими днями больше или меньше, какая разница? Но если сейчас действовать в торопях, это может стоить нам целого 1000-летия. Вечность. Прежде чем начать действовать, нужно узнать, что находится за воротами. И понять, какое оно. Обладающее огромной мощью, опасное или очень ценное. Выясни, что находится внутри, прочитай все и возвращайся сюда. Давай зарядим кристалл. Да, но мы не можем заряжать его здесь. Следуй за мной. Стоп! Мы пришли. Что это за место? Оно обладает великой магической силой. Начнем же процесс. Вот, готово. Так что, диск уже излечен? Этим мы тут и занимались. Что еще я могу иметь в виду, говоря «готово»? Спасибо. Тогда я отнесу диск Инквизитору. Давай. Но тебе нужен более уравновешенный характер, чем у Инквизитора. Инквизитор вопрошающий. Как можно такого ограниченного человека называть задающим вопросы? Это преступление против лингвистики. Будь рассудительным, поговори со мной, прежде чем вы с ним примете решение. Обещаю тебе проявить объективность и интуицию. Удачи. Береги себя.